Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд довольно-таки топовой базы К9Н4, на которой понадобится 3, а может быть даже и 4 сишки. Я буду использовать 3 штуки, к тому же мы очень удачно появились. Здесь взрываем сразу третью стенку, и за ней взрываем еще одну стену. И вот тут внутри, где находится верстак, взрываете третью сишку. Кстати говоря, топоры вам не понадобятся, вы можете забрать их вот отсюда. Все это забираем. Вот этот ящик, который мы взорвали третьим, здесь у нас пистолеты. Сразу их забираем и можно идти умирать. Давайте глянем, что тут в байке. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Уже неплохая нажива такая. В байке что? Что-то интересное будет. Тут только бензин можно слить. Ага, понятно. Если что, можно умереть от зомбарей, либо подняться наверх, и там будут колья. Я лично предпочту сломать еще один ящик и вызвать еще одну волну. Так, не получилось у меня умереть от зомби. У меня пистолет случайно кританул на последний выстрел, и зомби откис. И пришлось умирать вот здесь. Так, ладно, ничего страшного. Это мы переодеваем, забираем и идем опять все это относить в байк. В принципе, 8 пистолетов мы уже вынесли. Плюс еще сейчас 8 штук заряжу, наверное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, все отлично. Сюда один глок, сюда и вот так. И у нас еще почти пустой рюкзак. Так, давайте будем смотреть дальше. Здесь я уже показывал, но тут можно доски забрать. Верстак пустой, здесь я все забрал, эти ящики я открыл, но еще не показывал. Батарейки, так, тут сет, вот я переодену, аптечки заберу, бинты заберу. Так, ну одну штуку я брать, наверное, не буду. Так, что еще, вот этот ящик я тоже открыл, тут тоже аптечки с бинтами. Это меня не интересует, и у меня тут, блин, печально, конечно, но у меня уже дохрена шума. Так, ну давайте это. Тут еще очень много ящиков у нас. Хотя не так уж и много. Вот это я могу открыть. Пистолет забрать. Так, этот я уже не открою. Это все готово. Ну, тут можно поэкспериментировать. В принципе, у меня появление очень даже удачное на этой базе. Поэтому я могу с легкостью побегать от громилы, если это понадобится. Ну, так, тут слитки чуть не пропустил. Так, ладно, уходим отсюда. Будем играться с громилой. Так, давайте посмотрим, что в этом крайнем ящике, который я надбил. Ага, тут броня. Ну, больше ничего интересного тут-то нету. Громила уже прибежал. Надо подальше было сползать, так полагаю. Ну, в принципе, времени он мне чуть-чуть дает, чтобы я мог хотя бы добежать до ящиков, посмотреть. Мне там осталось открыть всего 3 ящика, вернее, залутать 3 ящика, и на этом эта база будет полностью зарыжена. Так, давайте смотреть. Тут я слитки не забрал. В этом ящике ничего интересного. В этом ящике, ну, спирт можно, в принципе, забрать. Почему бы и нет. Так вот даже сделал. Ух ты, ё-моё, 6 хп осталось. Так, ну мы вынесли с помощью байка 16 глоков, получается. И вот лут, который у меня еще в рюкзаке. В принципе, неплохо. Но, опять же, 3 сишки, тут надо подумать. Стоит оно того или нет. Ну а на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените лайком. Пока-пока. До скорых встреч.